Заречный проводил зиму. Нет, ни календарно, ни погодно, самое холодное время года от нас не ушло. Но по народным традициям зиме сказали «до свидания». Широкую масленицу сотни горожан отметили в Центральном парке культуры и отдыха. В последний день перед Великим постом народ ел да гулял. Главное угощение – блины, символ солнца и масленичных дней – в торговых рядах закончились быстро. Зато других скоромных блюд было в изобилии. Как и развлечений на любой вкус. Хочешь по ярмарочным рядам пройдись, да народные игрушки прикупи. Хочешь на санях покатайся или игру да конкурсы по себе выбери. 3, 2, 1, бой! Давайте, мужчины! Настоящие мужчины! Как говорится, и старый млад в забавах традиционных с удовольствием участвовали. И ведь не перевелись еще богатыри на земле русской. И даже богатырши. 3, 2, 1, бой! Ну и кульминация забав масленичных – призовой столб. В этом году очередь выстроилась из желающих показать свою удаль молодецкую. Именно молодецкую. В самом прямом смысле. 5 лет от роду был самый юный покоритель масленичного столба. Воодушевленные примером детей и возможностью заработать приз, по скользкому от начавшегося снегопада столбу начали взбираться молодцы постарше. И добрались таки до вершины. Сергей, ты первый раз участвуешь? Пятый. Ну и как успехи у тебя? Ну, 3-2 теперь. 2 раза залез, 2 раза нет, сегодня залез. 3-2. Ну, что-то не почувствовал, сегодня как-то легко было. Не всем покорился коварный столб. Не помогали здесь ни индивидуальная экипировка, ни опыт, ни поддержка зрителей. Пожалуйста, ты постоянный участник тут, я слышал, да? Ну да, я лазил много раз. В этом году не залез. Чего не пошло? Ну, скользко было. Скользят руки, поскользились. Скользкий столб, снегопад и минус 8 не стали преградой для покорителя масленичной вершины, зареченца с исконно русским именем Иван. Довольно легко преодолев земное притяжение, он стал обладателем главного приза – телевизора. Ты первый раз? Второй раз. А в прошлом году лазил? Пол столба только пролез. Вот в этом году второй раз получается. Какой секрет у тебя есть, что у тебя получилось? Ну, спаги резиновые и мед. Мед куда? Внутрь? Вот, и внутрь немножко, да, да и вот на руки обязательно. Кульминацией широкой масленицы стало традиционное сожжение чучела, ознаменовавшее собой окончание очередной зимы. Станислав Корякин, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный».